прекрасно идет. Мы-то ехали, когда все тут вообще стеной было. Прям так, ух. Чего? Чего? 3 минуты назад, минуту назад, 30 секунд назад. Чувак пишет полный задок. Где? Прикольно, можно переписываться. Ну да, через вот. Мост нам и налево после моста. И вот там еще одна маленькая ДТПшечка 9 минут назад. А потом уже направо по набережной. И там 6 минут назад пишет полный задок. Никто ему не отвечает. Ой, ну там, конечно, можно объехать по всяким маленьким-маленьким улочкам направо, потом налево, потом налево, потом направо, потом прямо, потом налево, налево, направо, направо. А можно по прямой, где полный задок. Чё там, 3 часа дня? 4 часа дня. Это у меня неправильно, да? Надо перевести. 15-16, а у меня там 16-12. О, уже увозят кого-то убитого. Так, тут же только прямо. Да. Ну все, стоим, ждем. А они-то куда? Тут же только прямо пока. Нет, нам-то здесь поворачивать. В смысле, поворота налево не горит еще. Ну да. Нет, меня больше удивляют те, которые повернули налево, когда не горело стрелки налево. Только основная же секция. Прямо. Ну типа вот этого пацана. Ну типа какая разница, он вот стопудов сейчас вот доедет до туда и будет там стоять у перекрестка. Вот что вот тут стоит, я не знаю, вот честно. Типа раз уж ты до туда дохерачил как бы после стопления, что бы вот туда не уехать уже. Ну, да. Ну смотри, ну ползет, и ползет. Крадусь. Да-да-да-да, серьезно, вот что вот он крадется просто, да-да-да. Плавно исчезает. Там уже появился, нет? Я скрываюсь за этим местом. Во-во-во, появился там со своей стороны. Там-там-там. Там-там-там-там. Может, там какой-нибудь круиз-контроль? Чувак! Там-там-там. Дай направо. И сейчас такой... Не, у него уже наклейки нет. Видимо, он специально такой... О, а я уже тут, да? О, вот, боже, как это вышло! Смотри, опять... Крадусь. Не, ну... Боже, как ты, типа...